другим темам. Саратовские наркополицейские пошли в ночные клубы. В минувшие выходные сотрудники УФСКН и члены региональной общественной палаты провели рейд по увеселительным заведениям города. В список проверки попали 5 ночных клубов и баров. Сейчас проверены документы на факт нахождения совершеннолетних, а также на факт нахождения граждан в различных по состоянию, схожим состоянию наркотического опьянения. Контролеры проверяли документы у работников и посетителей клубов, осмотрели кухни и подсобки. Особенно места, которые часто используют как тайники для хранения наркосодержащих веществ. Под прицел наркополицейских попало и качество алкоголя, который продают в ночных барах. По итогам рейда 8 человек были заподозрены в употреблении наркотиков. 6 посетителей и 2 из числа обслуживающего персонала направлены на медицинское освидетельствование. Кроме того, был обнаружен алкоголь с несоответствующими акцизными марками. Подозрительную продукцию отправили на экспертизу.